Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 88-м году ушла из жизни болгарская актриса театра и кино, обладательница театральной премии «Аскейр» Татьяна Лалова. Татьяна Лалова, Татьяна Железкова Лалова, родилась 10 февраля 1934 года в Софии. Ее мать российско-украинского происхождения. Отец Железко Лолов, бухгалтер. Двоюродный брат отца, также Железко Лолов, был известным театральным актером в Пловдиве. В 1955 году окончила актерский факультет ВИТИС Крастио Сарафов. Татьяна мечтала о драматической роли, но в первую очередь был замечен и оценен ее комедийный талант. Она является одним из основателей сатирического театра, в котором проработала более 2 десятилетий, сыграв много интересных и ярких ролей. Актриса много работала на радио и телевидении, благодаря чему стала необыкновенно популярна в стране. Снялась более чем в 30 фильмах. Среди них «Бабье лето», «Последний холостяк», «Звезды в волосах», «Слезы в глазах», «Бон шанс», «Инспектор», «Опасный шарм», «Дон Кихот возвращается». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.